Может, покажете нам? Немного. Нет? А только покажите, что хоть вообще искали, что нашли. Да они, ничего не нашли. Что здесь найти-то можно? Ничего не нашли? Конечно, чувствую. А гражданские на вас нападали сегодня? Да никто на меня не нападал. Никто не нападал? Не мешает. А это вы кричали, вот видео сейчас в интернете просто публикуется, вы кричали что-то из окна. А что вы пытались кричать? Это вы кричали? Кричала, помощь. А что кричали? На помощь кричали? Угу. А сына давно видели? Сына? Вы знаете, что его обвиняют в убийстве? Назад. Ой, ну хватит вам. Ну, это же правда. Сегодня официальная информация появилась, что вашему сыну предъявили обвинение в убийстве. Ой, ну хватит, Соня. Человек на работу ходит. Это неправда? Конечно, нет. А почему? Ну, если бы вы для моего сына... А он хороший? Ой, замечательный, добрый. Ага. Умный, работящий. А где он работал? Он работал простым рабочим. Он и работает тут, и просто разберутся там. Я так поняла, что... Разберутся? Ну, конечно, вот все люди, кто проходил, наверное, всех собирают. Вы думаете, а чем это? Вы думаете, это закончится как-то, ну, чем это закончится для вашего сына? Вот чем его сегодня... Он сегодня в изоляторе. Вы прям знаете, где он, а я не могу найти, мне говорят. А, вам не говорят даже, где ваш сын? Вы ее до вот этого момента, да, до момента встречи видели когда-нибудь? Знали, вот вы просто сейчас Елизавету назвали? Нет, это я уже то, что из ориентировки, которую развешивалась на столбы. Вину совершения убийства малолетней. Да. Девочки признаются. Да. Садина, вы раскаиваетесь? Да.